звоните, моя вещь. Вот такого и жду. Я с ним закрылся, вашему. У меня дамы не вот. Мы должны были собрать колхозников, общее собрание колхоза, и там решить, что с колхозом делать, или землю разделить, или в аренду сдать как-то. Ну, каждому должны были выделить свой пай, они уже сами будут решать, нам вместе объединиться, по-новому создать кооператив или что-нибудь, или же каждый будет свой участок сдавать в аренду или куда-нибудь что-нибудь. Пожали, посеяли, потом на второй год все, больше нет. И потом 2-3 года поработали. Обратно нам начали жаловаться, ходили туда по инстанции, дали нам обратно несколько гектаров. У нас раз их не оформляли. Чтобы ездить на себя оформить, надо как большие деньги. А у нас их нет. Вот до сих пор вот так. И ферму отобрали, и земли отобрали, и вот так голыми мы остались. Нечем делать, вот нечем заниматься. Сейчас вот сидим и живем. Отдать нам большие деньги. У вас они не в аренде были, а вот просто... У них вызывает сомнение законность передачи колхозной земли в районный фонд перераспределения земельных участков. Мы были даны разъяснением, что на сегодняшний момент документы находятся, протокол собраний колхоза Чермен находится одни в прокуратуре изъяты документы, а другие находятся в архиве колхоза Чермен. Вот.